Бешеный ритм жизни, недостаток заботы в детстве, фильмы о насилии, криминальные сводки в СМИ и компьютерные игры, недостаток культуры и воспитания, либо стремление быть на виду и производить впечатление крутого. Какие еще обстоятельства влияют на уровень нашей агрессивности? Где градус агрессии выше? В обычной жизни или в онлайне? Об этом мы решили спросить у жителей Верхней Волжи. Каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с агрессивным поведением. Нам грубят, хамят, нас толкают. Мы решили поинтересоваться у жителей Верхневолжья, растет ли уровень агрессии в обществе. Повысился ли уровень агрессии в обществе? Конечно. А в чем это проявляется? В жизни нашей все как грызаются, все злые ходят, не улыбаются. Взрослые особо не агрессируют, но подростки чаще всего агрессируют, да. Знаете, я не считаю, что общество все вокруг агрессивное прям, но отдельные элементы может присутствовать, но их, наверное, единицы. А где агрессии больше, как вы думаете, в онлайн-жизни или в обычной? 50 на 50, скорее всего, частично это характер, коронавирус, экономические проблемы и всего понемножку. В обычной жизни. А почему? Наверное, люди, может, недопонимают то, что им говорят, и принимают это близко к себе. И, ну, как-то вымещают это на человеке агрессивно. Рано или поздно человечество поборет это, и люди, которые генетически выведены, вот, и качественно размножались на вот этой агрессивном поведении своем, да, модели поведенческой, их будут держать в зоопарках. Ну, вот как животных, агрессивных, ну, как тигров, например, да.